Один парень был рожден, но день, когда родился он, в календаре не занесен, кому был нужен Робин. Зато отметил календарь, что был такой-то государь, и все ли дома до январь, когда родился Робин. Шаг на денческий кулак, гадалка говорила так: мальчишка будет не дурак, пускай зовется Робин. Он будет весел и остер, и наших дочек, и сестер полюбит сам экранник пор, неугомонный Робин. Девчонкам Бог его прости, уснут не даст он заперти, но знать не будет двадцати других пороков Робин. Немало ждет его обид, но сердцем все он победит, мальчишка будет знаменит, семью прославит Робин.